Наступление нового учебного года всегда связано с резким увеличением количества детей на дорогах. А значит, возрастает и риск ДТП с их участием. Школьникам необходимо время, чтобы адаптироваться к непростым условиям дорожного движения после самых длинных каникул. Поэтому в первые дни сентября сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим работы. Дорогие ребята, уважаемые родители, от имени госавтоинспекции Северского района и от себя лично поздравляю вас с началом нового учебного года. В День знаний хочу обратить внимание родителей на важность ответственного отношения к обеспечению безопасности детей на дорогах, особенно в первые дни сентября. Воспитание грамотного и законопослушного участника дорожного движения – это непрерывный процесс, фундамент которого закладывается в раннем детстве. Пусть этот учебный год будет для вас интересным, насыщенным и безопасным.